Риск броска предмета оценивают судьи отдельной графой. Также оценивается и риск этот предмет поймать. К тому же за время полета предмета можно успеть сделать несколько вращений. За это тоже плюс. Обязательных элементов нет. У судей таблица, в которых они оценивают риски каждого элемента. Девочки стараются показать то, что они наработали, потому что это отбор на финал чемпионата России, который состоится в начале, в мае месяце. Ну, не все удается, потому что программа сложная. Гимнастика значительно, художественная гимнастика значительно усложнилась в последнее время. В личном этапе девушки выступают в четырех видах – с мячом, обручем, лентой и булавами. Выделить самый сложный нельзя, баллы везде даются одинаковые, да и риски схожие. Но гимнастки выделяют ленту. У кандидатов мастера спорта она 5 метров, у мастеров 6. Если она запутается во время выступления, то узел придется развязывать, выступать с ним нельзя. А время останавливать не будут. На выступление в личном зачете дается 1,5 минуты, в командном – 2,5. Очень много интересных гимнасток. Ну, как я уже сказала, не все бывает удается, но девочки стараются, уровень интересный соревнований. Супервайзер отметила, что манеж устроен хорошо. Пока на одной половине проходят соревнования, на другой гимнастки тренируются. Кто-то релаксирует после выступления, а другие только готовятся показать себя. К чемпионату Центрального федерального округа гимнастки подошли ответственно. Во-первых, соревнования дают уникальный шанс получить мастера спорта. А во-вторых, по итогу чемпионата из 20 лучших спортсменок сформируют команду для участия в чемпионате России. Поэтому все стараются выступить как можно лучше. Каждый раз, смотря на их тренировки, смотря на то, что как они делают, вот-вот Надежда, вот-вот она молодец, она сегодня выступит и хорошо выступит. Я думаю, что эта надежда есть у каждого тренера и тем более у каждой гимнастки. Марина Прис привезла с собой всего двух спортсменок. Алине 16 лет, занимается художественной гимнастикой 7. И тренировки, говорит она, ничуть не уступают аналогичным в мужских видах спорта. Это пот, это больные суставы, колени, тоже синяки. Вот. Иногда и кровь, но это бывает не очень часто. Вот, но чаще всего это какие-то растяжения и ушибы. По словам преподавателя, на ковре она переволновалась. И те элементы, которые успешно выполняла на тренировке, показать судьям не получилось. Как итог, низкие оценки. Но ничего, говорит Алина, поработать над ошибками и снова в бой. В самом детстве я хотела заниматься именно этим видом спорта. И как бы просто мне нравится этим заниматься. Я занимаюсь этим в свое удовольствие. На каждое поражение есть свои победы. Судьи говорят, что впереди уверенно идет сборная Московской области. Тренер Ирина Киевец привезла 11 спортсменов. 8 из которых выступают в командном зачете и только 3 в личном. Соответствующие настраивают каждую. Настраиваю, что не надо переживать, надо делать то, чему тебя учили делать все эти годы. Конечно, думать головой. Ну и артистично, красиво, ярко. Не боясь судей и зрителей. Ольга Климова выступила как в командном, так и в личном, притом во всех 4 видах. Сегодня ей еще предстоит выйти на ковер. У нас, наверное, самое тяжелое – это преодолеть себя, чтобы выполнить тот максимум на тренировке, чтобы потом выйти на соревнования и показать все, на что ты способен. Я уже без этого не могу, это как часть моей жизни. И без гимнастики я уже себя не представляю. Поэтому прихожу каждый день на тренировку как должное. Часть результатов уже известна. В командном зачете первое место заняла Московская область, второе завоевала Рязань, третье – Белгород. Спортсменки тренируются годами, травмируя руки и ноги. У части 16-летних девушек проблемы со спиной и сухожилиями. Но бросать все они не собираются. Для них спорт – это самое, что ни на есть жизнь. А изнуряющая тренировка – это лишь подготовка к тому, чтобы выйти и сиять даже 1,5 минуты. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».